Есть пранаямы сложные, которые только тем, кто действительно идут по пути жизни для других. Понятно? Если вы найдете массу сейчас книг по пранаямам, то, скорее всего, ничего серьезного вы не найдете. Есть пранаямы, которые очень сложные и невероятно эффективные, но их дают только в том случае, если у человека огромный потенциал из прошлого. А так давать – это не в коня корм. И для того, чтобы вам накопить какой-то опыт, конечно же, вам нужно постепенно эволюционировать и переходить от простого к сложному. Даже если вы сейчас выполняете какие-то социальные обязанности, если вы там относитесь к позиции весей, ну, стремитесь, по крайней мере, хотя бы какой-то опыт накапливать.